Да, только что случилось, да, да. Бо я только что заходил в магазин, не было такого. Да он летел, что он пьяный. Все целы, что, да? Да. Все целы. Подожди, что? А кто был? Разве тут, блядь, против солнца разбудили? Да, есть номер, пизда-то видно. Есть, а, да? Его ударили, он поехал. Так это прикинь, это секунда дела. Я заходил, купил и вышел, и все. Это случилось вот буквально 10 секунд, блядь. Как он поехал на разбитой машине? Ну вот так вот и газанул. А ты, куда, видишь, он, блядь, поехал? Всю, так он далеко не уедет, блядь. Нихуя себе, блядь! Это, блядь. Это встречка? Нет, погода, проходящий. Этот выезжал, блядь, не пропустил его, блядь. Ну кто виноват, блядь? Ё-моё, блядь, он ехал себе, блядь. На десятке? На десятке, этот выехал, блядь. А чё он тогда убегал? Он разве его... А может быть, перепугался, блядь. Ну, по правилам движения, может быть, бухой, под наркотиками, ну, неважно, он, газелька нарушила, однозначно. Она должна была пропустить. Она... Да, его бочины, он порол бочины, распорол всю бочину, походу, попер, блядь. Да, и все. Сказал, я испугался. И будет водитель газельки отвечать. Нет, было кого-нибудь очевидцы, оставьтесь, кто видел это все, чтобы подтвердить это все. Mm-hmm.